фондовых инструментов, в данном случае на нефтяных фьючерсах, на нефтяных контрактах. ГАИшники остановились в 14-м батальоне. Потому что спрос в три раза. Чё-то хотят. Здравствуйте. Здравствуйте. Водительская клетка машина, будьте добры. А причина какая? Оператор не трезвый водитель. Вы понюхали, я трезвый? Водительская документа машина, будьте добры. Операция не трезвый водитель? Да. И все? Давайте ваши посмотрим сначала. Да-да-да, сначала ваши посмотрим. Водительская документа машина, будьте добры. Ну, ваши посмотрим документы? Посмотрим. Давайте. Что вас смущает? Ну, в том, что 14-й батальон. Нет. А должен? А в чем эта проблема? Я не знаю, в чем у вас проблема. Вы понюхали, я трезвый. Водительская есть у вас с собой? Есть. Куда? А для чего? Брэкшен, купец по базе, оплаченный штраф у нас. А, ну несите сюда. Чего несите сюда? А что вы хотите? Водительская, где ваша? Мое со мной. Покажите. Ну вы свое покажите, кому я показываю? Я кому показываю? Инспектор КПР. Ну? Вот и давайте посмотрим. Ну вы хотите мою увидеть? Вы хотите мою увидеть? Езжайте, ладно. Ой, господи, блядь, 14-й батальон. Ну, что сказать? Вот такие бойцы.